кого, Эмига? Много комаров. Заход в лес недалеко, трасса на Бакшеево. Вот с помощью пилы силки спилил такое довольно неслабое дерево, сухое. Вот сучки, которые порубил с помощью мачете. Ну и вот верхушка от него. Я уже отволок остальные части. А вот для чего пила гамтара. Вот она, пила гамтара. Очень хорошая пила. Но она не очень большая. Тут как раз можно с ее помощью пилить сучки. Например. Вот и все. Комаров много. Вот это то, что тут, короче, дрова есть. Смердячее озеро вот там, в той стороне. Стой. Солнышко. Вот я покажу в сравнении с силки пилу гамтара. Вот они. В принципе, она немножко поменьше. Но силки, она двуручная. Ей удобнее, конечно, такие дела делать. А сами зубья у гамтара, у этой чуть-чуть меньше. У нее, вот можно видеть, у нее 8 на 30, а у этой 7 на 30. В общем-то, гамтара очень легкая, почти в два раза легче, чем бигбой. Ее вот так вот, раз, и в ножны убрал. Вот, раз и достал, и раз и убрал. То есть это с собой носить, а бигбой — это как бы на дело, так сказать, брать его на дело. Вот такие пилить. Катана бой, конечно, хорошо бы 650, но для простых людей это очень-очень затруднительно. А это ведь простой человек. Вот это река Поля. Пошел я, значит, рыбку попробовать половить. Ну, конечно, тут, наверное, особо ничего не поймаешь. Но вот на спиннинг. Туристы какие-то. Сегодня много туристов видел. И мотоциклистов, и велосипедистов. Вот, значит, пошел я попробовать половить. Течение-то есть тут. И вот что я обнаружил. Сначала я увидел вот этот желтый лоскуток. Привязана палочка. Разными тут лоскутками, веревочками. А к палочке привязана вот такая конструкция. Чего это может быть? Может, магический какой амулет? Либо ловушка какая-то, клетка. Кто же знает. Так вот пойдешь половить, а тут ритуал совершается. Ритуал какой-то индейский. Что это такое? Непонятно. Ладно, пойду еще попилю. Сегодня пилил. И силки пилил, и пилой бигбой, и пилой гамтаро, и лучковый пилил. Всякое пилил. И еще надо попилить немного. Чтобы напилиться всласть. Утро. Комаров было много вчера, да и сейчас немало. Вот река. Река Поля.
Там вот ящерица была сейчас. Народу, конечно, здесь прилично. Туристы, велосипедисты, на машинах вчера какие-то люди переезжали через реку по броду. Вот здесь вот брод есть. К Смердячему озеру еще не ходил. Все тут заморачивался, пилил, рубил. Ну, сейчас буду разжигать костер. О, не особо затрудняясь, напилил сколько. Все из-за того, что есть пивы хорошее. А раньше, когда хороших пив не было, о таком и помыслить было нельзя. Думал, сколько лет я мучился. То огромные бревна таскал, надрывался, потом спина болела. То пилил пилой этой некачественной. Долго и без особых результатов. И не знал про то, что существуют такие прекрасные пилы, как силки. Эх, век живи, век учись. Буду сейчас завтрак готовить. Вот чай. Буду заваривать. Водичка из реки. Надо еще добавить. Маловато будет. Посуда. Костер. Вот путь, который бревна проложили, таскал из леса. Вот для чего нужна пила маленькая. Это вот такие вот, такого габарита. Ну, толщиной максимум на 10 сантиметров, наверное. Ну, от 5, 8, 10. Такие вот не очень крупные ветки, бревна, если так можно выразиться, нарезать. Очень удобно, потому что рукоятка такой формы, изогнутой, на весу можно делать. Бигбой для этого слишком обстановочен, как бы велик. Им вот деревья срезать вот такого вот масштаба, там 15-18 сантиметров. А вот такой хворост всякий, ну, небольшие, очень удобно маленькой пилой. Ее все время с собой носить, там отрезать, здесь отрезать. Она легкая, невесомая. В общем, я считаю, что эта вещь хорошая. И именно то, что рукоятка у нее
рукоятка вот такой вот формы. То есть ее можно вот так вот держать и пилить. Потому что Big Boy все-таки раскладная пила, и у нее рукоятка, ну, как бы в длину пилы. И держать ее на весу менее удобно. Можно, конечно. Нельзя сказать, что это предмет обязательный, но очень приятный при работе с дровами. Вскипятил чай, сварил яйца. Сейчас буду завтракать. На озеро смердячее еще не ходил. Вот, пила называется Гамтара. 270. Не знаю, видно, не видно. Вот такая вот пила. Есть разные длины полотна под нее. Разные там всякие с изощрениями. Сверху зубья. Разного размера зубья. Ну, вот это вот самая такая простая. 8 зубьев на 30 миллиметров. Вот у этой длина 270. Вполне. Вполне удовлетворяет меня такая пила для вот таких вот мелких работ.
Вот такую конструкцию решил я сделать, чтобы компот варить. В этом вот котелке компот 5 литров. Это уже второй вар, первый выпит. Очень хорошо на жаре компот идет сейчас. Удивительно даже. В августе, в прошлом, как-то у меня компот плохо шел. Вот я сделал тут с помощью тросика, связал. Продаются такие готовые, но они на меньший размер. Вот эта штука выше меня ростом, треугольник этот, тренога. Но зато как бы все подвешивается на любой костер, просто тросик. Связывается, ну тут надрезы такие есть, чтоб тросик никуда не уехал. Связывается, как чум, когда строят. И подвешивается с помощью крючка. Крючок я тут нашел. Тоже надо иметь в виду, брать с собой небольшой крючок. Вот. А для того, чтобы регулировать высоту тросика, вот здесь вот он просто наматывается на одну из палок. Выше, ниже. Ну, естественно, раздвижением самих ног, этой треноги, можно слегка подрегулировать. Ну, а материал для треноги в лесу срезается. Еще раз убеждаюсь, что пила Гамтара очень удобна. Вот именно для такого пользования с собой носить, где-то что-то небольшое отрезать. Потому что все-таки бигбой – это обстановочно. Это серьезная большая пила, чтобы деревья там валить. Ну, или бревна распиливать какие-то. Вот, и она и потяжелее. А Гамтара легенькая. Вообще не замечаешь, что она есть. Болтается там где-то. Ну и вот эта пистолетная форма рукоятки тоже удобна для таких работ. В общем, не жалею ни разу. Даже очень доволен, что есть такая пила. А здесь вот щит находится с предупреждающей надписью. Поскольку здесь перекресток, дороги, все туристы идут. Сейчас вот водников видел, пожаловались они. 6 обносов было. Уровень воды упал в реке, и там очень трудно. Проплыли, ну им еще плыть и плыть. Там обносов этих будет еще много. Вот.
оборон лес. Берегите лес от огня. Ну, правильно, окурки-то не надо бросать в лесу. Вообще, в принципе, не надо. Покурили, затушили, куда-нибудь его там убрали, потом в костер. А разбрасывать, конечно, в лесу никакие окурки не нужно. Какие-то тут знаки, 33. Что это значит? Здесь вот дорожка. А вот туда, вот этой дорожке, поворот. Это вот можно так сходить на Смердячее озеро. Метеоритное озеро. Вот туда вот. Может, я сейчас схожу туда. Поздороваюсь с озером. Вот. Сейчас там проверю, как компот, все. И вот туда вот схожу. Вот это ответвление на Смердячее озеро. Вот почти у дороги мой лагерь находится. С треногой. Утро. 4:40 утра. Что-то я проснулся рано. Нужда заставила выйти из палатки. Спираль горела от комаров. Над рекой туман. Уже какие-то звуки. Мотоцикл. В 4 утра мотоцикл. Чего только не бывает в этой жизни. Да, тут, конечно, туристов много и всяких людей. Вот там вот основное русло, а прямо это Старица. И вот видно, как из основного русла идет туман. Очень красиво. Солнце встает. Шишки хрустят под ногами. Холодно. Термометр посмотрел, 11 градусов в палатке. Это значит, тут наружу градусов 8. Такое вот лето.
Руки мерзнут, чувствуется прям. Вообще холодная была ночь, звезды были видны. Вот сосны освещаются солнцем. Да, конечно, великая красота. Но, к сожалению, придется сегодня вернуться в город. Праздники заканчиваются. Птицы поют. Ну вот и завершается поход. До Бакшеева 8 километров. А там вот Смердячее озеро. Там оно. Такой вот гриб обнаружился. Что это за гриб? Может быть, это переросший какой-нибудь подберезовик? Непонятно, маховик. Что это? Здесь уже лэп проходит. Как дерево закручено. Проходит лэп. И вот туда вот путь в сторону выхода Бакшеева. Дубы такие вот.
Ну вот и Бакшеева. Отсюда автобус в Шатуру идет. Ну а там электричка в Москву. Так завершается этот поход. Пойду. Вот Бакшеева, тут люди по-своему отдыхают. Очень по-своему. Шатура. Thank you.